Уважаемый Владимир Владимирович, меня зовут Ольга Жакова. Обращаюсь к вам от лица жителей Иркутской области. Это десятки тысяч человек, которые оставили свои подписи за принятие закона об ограничении вырубки леса. В нашей родной области ежегодно горят леса и торфяники. Только за прошлый год выгорело 522 тысячи гектаров леса, что в два раза больше площади Москвы. Кроме лесных пожаров поражают чудовищные вырубки леса. Только за прошлый 2015 год было вырублено 33 миллиона кубометров леса. Если сложить все срубленные бревна друг за другом, то ими можно покрыть весь экватор. Этой древесины хватило бы для того, чтобы построить жилье для миллиона семей. Но мы ничего не строим и не производим из вырубленного дерева. Мы все отправляем на экспорт. Все цивилизованные страны мира уже давно ввели мораторий на вырубку леса. И даже Китай, для которого мы так нещадно вырубаем свой лес. Владимир Владимирович, 2017 год вы объявили годом экологии. Так сделайте так, чтобы ваши слова не расходились с делом. Мы, жители Иркутской области, просим вас ввести 10-летний мораторий на вырубку леса и ограничение вывоза древесины на экспорт. Иначе такое отношение к лесу приведет к катастрофическим последствиям.